Хардкор – это история, и вот тому доказательство. Три года назад мы нашли самых жестких бойцов с улиц, которым было суждено стать новыми героями главного бойцовского реалити-шоу «Бой за боем». Победа за победой. Они проделали долгий путь, чтобы завоевать любовь миллионов и написать новую историю единоборств. Мы начинали с заброшенных ангаров, а сегодня мы на главных аренах страны. Более полумиллиарда просмотров только на YouTube. Сотни спонсорских интеграций, трансляции стадионных турниров на федеральном ТВ и ведущих диджитал-платформах. Имена мирового уровня и международная экспансия. Сегодня Хардкор Медиа – это более 5 проектов, которые дистрибутируют контент на мировых диджитал-площадках. Hardcore Fighting Championship – крупнейший в мире промоушен по кулачным боям с самыми жесткими противостояниями мирового уровня. Лидер по количеству зрителей, охвату аудитории и ростеру спортсменов. HFC MMA – профессиональная лига смешанных единоборств, в съемках которой принимают участие звезды, завоевавшие всемирное признание. А сама лига является лидером по упоминанию в СМИ. Hard News. Главные новости из мира единоборств. Самые свежие обзоры спортивных событий. И интервью с популярными представителями индустрии. Хардкор боксинг. Звезды мирового бокса и сильнейшие боксеры страны. Многотысячные стадионные турниры с трансляцией на федеральных каналах. Промоушен, под сводами которого собираются самые громкие имена индустрии. В следующем году мы готовим запуск более 10 новых проектов, включая реалити-формат, который перевернет представление о шоу-контенте. Хардкор Медиа. От первых шагов к главным мировым аренам. И это только начало.